Я организовал автопробег «Винтаж». Дежурное название как бы ретро-ралли. Ну, до ралли еще далеко. Ну, начнем с того, что карантин всех заморозил, все сидели дома и хотели, скажем так, уже размять свои кости и автомобили, которые засиделись в гаражах. Я предложил прокатиться, и народ собрался. Порядка заявлено было 25 экипажей, ну, наверное, поедет экипажей 20. Сейчас проведем экспедицию, инвентаризацию участников. Едем мы до Тростянца в музей шоколада, круглый двор, краеведческий музей. По дороге мы проедем Богодухово и Ахтырку. В каждом есть контрольная точка, будут задания у пилотов. После Тростянца, музея отдыха, обеда, мы поедем в Шаровский замок. Там мы пробудем час, там тоже будет контрольное задание, и к часам к 7 мы все вернемся обратно на исходную точку, где подведем итоги всего мероприятия. Ну, изначально все подхватили его хорошо. Я думаю, что данный первый пробег после карантина, я думаю, что у всех будут положительные эмоции. Потому что все едут за эмоциями, за каким-то отдыхом, впечатлениями. Поэтому я надеюсь, что всем это все понравится.